Здравствуйте, уважаемый, зовут меня Димон, ник в игре Афроди Кинг. Вот что не новость, тот день в Кирсауте. У нас сегодня значимое событие. Игрок получил бан на 18 лет. За что, ребята? Потому что он решил, что ему все возможно, все дозволено, что он может по своих правилах играть в Кирсауте, стримить, относиться к другим игрокам. Как он считает, что ему так это надо. Наплевательски относиться к игре, к разработчикам. И все это, ребята, он не то что... Ладно бы сам это делал. Ботоводством, твинки аккаунтом это заводить. Нет, так он начал это стримы производить. И многие новички думают, что это так нужно. Что вот так можно общаться в Кирсауте. По-хамски относиться к другим игрокам. И все вот это он... Все это вон, пожалуйста, смотрите на стримах. Наконец-то я надеюсь, что разработчики это не первый бан. И остальным будет предупреждение, что нужно игру не превращать в болото. И так хватает болота в игре, а сделать нормальную игру, чтобы люди отдыхали, общались, а не было как здесь. По-хамские отношения ко всем. Ну, особенно к новичкам игры. Спасибо за информацию. Отдыхайте, народ игры, не нарушайте правила, относитесь хорошо, с уважением друг к другу.